Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Note 2014 года. Японец праворукий, двигатель 1.2, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 47 тысяч километров, недавно приобретенный. Очень приятно, что у нас продолжают с Японии завозить автомобили. Все-таки японские автомобили, они имеют свой определенный уровень качества. Он не сравним с теми же японскими, но леворукими. На этом автомобиле я сегодня заменю масло в двигателе, воздушный, масляный и салонный фильтр. Открываю капот. Открываю маслозаливную пробку, но перед этим заменю воздушный фильтр. Щелкиваем разъем, один, второй, и у нас крышка отходит в сторону. Фильтр в очень плачевном состоянии, но он еще родной, оригинальный, пришел с Японии, но, конечно, состояние его очень печальное. Воздушный фильтр поставлю Sakura A61380. Фильтр идет без пропитки, оригинальный идет с пропиткой, но при своевременной замене, а это каждые 8 тысяч со сменой масла, он отхаживает нормально, он не забивается, ничего. Внутри я ничего не продуваю, так как там все чисто. В Японии дороги совсем другие. Даже продемонстрирую. Все чисто. Как в корпусе, так и в крышке. Вставляю на место фильтр. Вставляю его в корпус. И закрываю корпус внизу. Он как бы в направляющее встает. Открываю маслозаливную пробку. Вытаскиваю щуп. Кстати, посмотреть состояние масла. Темненько, но в хорошем состоянии. И какой уровень. Вот уровень залито больше максимума. Также интересно состояние. Увидим ли что-нибудь через маслозаливную горловину. Крышку видно, никакого налета, все чистенько. Поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль, фильтр масляный стоит спереди, что нравится. Nissan не торопится использовать, как все остальные производители, экологические фильтра. Он использует старый обычный фильтр в металлическом корпусе. Фильтр очень сильно затянут был.
Pitwork под оригинальным номером. Новый фильтр буду использовать фирмы Vic C224. Смазываю резиновое кольцо уплотнительное маслом и прикручиваю фильтр на место. Теперь откручиваю пробку маслосливную. Пробочка на 14. И сливаю масло. Ну и пока масло сливается, так пробегусь по низу, посмотрю, что тут сказать. Состояние нового автомобиля, даже по фланцам глушителя это все видно. Никаких люфтов, никаких болтаний, никаких вибраций. Экран даже он новый, металлический. Никаких повреждений, нашел только подтек на заднем левом амортизаторе. Где-то его пробили. Хозяину скажу уже, подумает, менять не менять, болтаться не болтается, но масло подкинуло. Вот такой вот замечательный японский автомобиль. Глушитель, похоже, нержавейка. Хотя вот эта часть от температуры уже немножко изменила свой цвет. Вот так вот. Сейчас приопущу автомобиль. А что его приопускать? Не буду его приопускать. Сделаю я здесь другой ход конем, как обычно мне говорят. Шприцом, тонким шлангом откачать из поддона. Здесь как раз видно, что в поддоне остается грамм 100-150, наверное. Насколько пробка находится выше нижней кромки. Посмотрим, что из этого получится. Ничего у меня из этого не получается. Я сделаю проще, как и всегда делаю. Я возьму и сверху налью 100-150 грамм свежего масла. Тазик у меня стоит, машину я опустил. Пробочка не закручена. Беру, добавляю маленько масла. Масло добавлю тоже, которое буду заливать. Nissan 540, номер для заказа KE900-942.
И вот получается масло свежее выдавливает и сверху с головки, и снизу из поддона старое грязное масло. Теперь поднимаю автомобиль и закручиваю пробку. Ну, видно, вот насколько чистое бежит масло по сравнению с тем, что я сливал. Закручиваю обратно пробку. И вытираю все вот эти подтеки. А само масло слилось вот такое. Темное, но не грязное. Я имею в виду не смертельное. Опускаю автомобиль, заливаем масло. Вливаю где-то 3800 масла. Заведу маленько. Снизу подтеков никаких нет. Глушу, даю стечь маслу и выставляю уровень. Пока масло стекает, заменю салонный фильтр. Салонный фильтр находится у нас со стороны пассажира, под бардачком. Снимать дополнительно здесь ничего не нужно. Сейчас попробую вот так вот показать. Отщелкиваем вот эту крышку вниз. И вытаскиваем фильтр. Фильтр тоже грязный, стоит уже давно и не менялся. Стрелка показана в салон. Беру новый фильтр фирмы Sakura CA18250, достаю его и будем устанавливать.
Все, фильтр установлен. Вставляем крышку и защелкиваем ее. Вот и все. Фильтр установлен. Иду проверяю уровень масла. Вытираю щуп. Откачал 200 грамм масла. Масло я перелил, как и вначале было перелито. Хорошо, есть экспресс-замена масла. Все, сейчас масло максимум. На этом все. Замену масла в двигателе воздушного, масляного и салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго.